Добрый день! Я Бровченко Ольга Сергеевна, руководитель кружка «Маленький художник» Дом культуры «Красная Поляна». Предлагаю ребятам сделать вот такую объемную аппликацию, красочную бабочку, которая поднимет ваше настроение и доставит массу приятных впечатлений. Для этого нам понадобится лист картона. Мы выберем желтый цвет, самый жизнерадостный и позитивный. Шаблончик бабочки. Я сделала из простого картона шаблон, сложила пополам бумагу, нарисовала половинку бабочки, обвела, вырезала, и вот наш шаблон. Мы прикладываем шаблон, обводим его карандашиком и потом по контуру вырезаем. Я уже вырезала, вот заготовочка. Дальше все очень просто. Мы находим, где у нас будет животик, и вот так карандашиком обводим его. Слегка легкую карандашную линию делаем. А теперь начинаем творить. У нас будет мотылек. Голубой мотылек. Ну, сказочный, конечно, поэтому будем использовать любые различные оттенки голубой бумаги, у кого какие есть. Для этого я нарезала на полоски листы цветной бумаги. Технология изготовления очень проста и увлекательна. Главное понять, как это делается. Намазываем капелькой клея, соединяем полосочки. И вот такие вот небольшие получаются у нас колечки. Мы их приклеиваем вот здесь по краешку, где мы провели линию. Начинаем с этого. И таким образом первый ряд делаем. Для начала берем небольшие кусочки, а дальше будет уже больше по размеру. И бабочка наша будет пушистая, такая объемная, воздушная. Вот так склеиваем. Небольшая капелька клея. Прижали пальчиком. И на картон. И вот так с двух сторон мы это делаем. Очень любят фантазировать, поэтому они очень необычные сочетания цветов подбирают, и как-то они по-своему ярко видят мир, особенно тема бабочка, она для них вообще очень большой полет фантазии представляет. Вот мы сделали первый ряд, вот такая у нас вот получается аппликации. Так, теперь следующее. Следующее берем полосочки тоже голубого цвета. Немножко оттенок отличается, немножко поярче. Ну и добавляем где-то небольших таких тоже полосочек. Также не забываем о законах симметрии. Бабочки у нас удивительные, красивые создания, которые представляют собой симметрично расположенные композиции, удивительные на крыльях. Так, следующее. Смотрим, что нам добавить дальше. Следующее берем полосочки побольше. Склеиваем также таким же образом. Вначале немножечко сложно, потому что к пальчикам прилипает клей, прилипает бумага. И малыши переживают от этого. Ну, для этого, конечно, рядом положите влажную салфеточку, протирайте им ручки. Вот она уже потихонечку приобретает воздушность и легкость.
хочется добавить какой-то яркости мотыльку. Давайте попробуем из самых темно-синих цветов, какие у нас есть, возьмем темно-синие полоски и пройдемся синими тоже по такой же технологии, склеиваем между собой и приклеиваем на нашу картонную основу. Ну, уже смотрим, куда между голубыми добавляем синие. На концах вот такие яркие акценты синие. Внизу добавляем. Вот такая она у нас уже становится. Яркая и волшебная. И сейчас мы введем еще один цвет. Мотылечки, они иногда имеют вот такие вот сиреневые, лиловые вкрапления. Мы их сейчас добавим. Несколько таких вот сиреневых пятнышек. Так, ну вот сверху. Сверху добавим. Ну и на нижнее крылышко тоже добавим сиреневый оттенок. Ну, например, внизу вот здесь будет у нас немножко выглядывать. Вот так вот. Вот наша бабочка уже становится вот такой вот яркой, симпатичной. Теперь нам надо взглянуть на нее со стороны и посмотреть, как нам можно украсть ей брюшко. Способов огромное количество, но мы выберем простой, доступный любому малышу. Мы возьмем с полосочки и сделаем, нарежем, мелко нарежем бумагу. Мелкими треугольничками разной формы мы нарезаем. Так вот, мелкую мозаику бумажную. Вот такими вот кусочками. Здесь ребятам можно дать простор для фантазии и предложить придумать свой способ, как украсить бабочке животик. И здесь вы, конечно, много разных узнаете новых способов, какой бабочке животик. Могут они и пластилин использовать, и фантики, и карандаши, и фломастеры. Ну, чтобы проще было наклеить их, мы намазываем полностью намазываем брюшко и посыпаем эту мелкую бумажную крошку. Вот так вот. Такая вот сказочная бабочка. Вот так она уже выглядит. Вот машет крылышками, но не хватает ей еще, наверное, глазки. Все ребята любят обязательно бабочке нарисовать глазки. Можно карандашом нарисовать, можно их приклеить, например, даже из такого темно-синего цвета вырезать какую-то небольшую форму. Два одинаковых глаза, конечно же. Так, из бумаги. Приклеиваем их. Такие будут большие синие глаза. Бабочка почти готова. Осталось только маленькие усики. Так, чтобы нам вырезать усики из бумаги, загнуть их, мы сразу два усика вырежем. Таким образом. Отрезали кусочек. Лишнее убрали. И это у нас будет приклеиваться. А усики закрутим на ножнички любимым нам
нами способом, вот таким образом. Ну, немножко будут они так у нас загибаться. И теперь намазываем. Сзади приклеиваем картонки. И радуемся весеннему солнышку с нашими бабочками. Вот у нас, посмотрите, получились какие. Могут быть совершенно разные. В теплой цветовой гамме и в холодной. Вот такие вот бабочки. Спасибо за внимание.